Всем доброго времени суток. Вашему вниманию представляется автомобиль Lada Priora 2012 года выпуска. Двигатель объемом 1,6 литра, механическая коробка передач. На карту автомобиля, а также задний ряд сидений в отличном состоянии. Впереди все так же в отличном состоянии. В автомобиле у нас имеется полный электростеклопакет, электрегулировка зеркал с подогревом. Также имеется такая вот штатная магнитола. Имеется подогрев заднего стекла, противотуманные фары, подогрев передних сидений. Пробег в данный момент на автомобиле составляет 176 тысяч. Если вас заинтересовал данный автомобиль, адрес, а также номер нашего автосалона вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно купить в кредит, в системе Drive, а также на личный расчет. Всего доброго!